Во славу Божью, во знаменование прогресса лечебных методов, которые сочетают разные физические подходы, дарю последователю, моему другу, коллеге, и лечащему врачу. Потому что я чуть-чуть, но помог. Чуть-чуть, да. Хорошо. Аппаратик, который позволит стимулировать путем замораживания движения гадкого бирюзового сока, да, который скапливается в ногах и не дает нам ходить. Слушай, это благословение. И вообще, на самом деле, это получить очень важно, потому что тогда тебе передается свыше все. Сочетать. Володь. Огромное тебе спасибо за доверие. С твоими методиками. Это да, основной инструмент, универсальный. Дракончик. Спасибо. Дети прозвали его дракончик. Дети дракончика. Спасибо за дракончик. Дракончик спасает все суставы, больные, всех больных мира. Володь, ну и потом я тебе хочу сказать, все-таки не совсем с дракончиком, но этот холод помог и тебе с коленом, потому что сколько... Конечно. Потому что я приехал, он все-таки с трудом ходил тут. И... А теперь сходил за белыми грибами. Сколько ты грибов нашел? 3 дня подряд. По 20 грибов. По 20 грибов. 200 белок, я не сказал. Ты что, забыл? По 20. По 20. В день. В день. А, в час. Да, поэтому... Георгий, это, конечно, важный момент. Очень важно, что здесь собрались все одного года рождения, одного года выпуска медицинских институтов разных профилей и разных специальностей, но мы все втроем радуем за то, чтобы все были здоровы, счастливы. И в первую очередь мы и наши близкие. Да. Мы ура! Соединимся. Да, ура. Мы еще живы, мы еще многим поможем.